Я в твоем канале. И на загородней вязании крючком и спицами. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим не о вязании, а о замечательной красоте, которую я любила с первого взгляда. Я сейчас нахожусь в Турции, в городе Мармарис, в порту для туристов. И хочу вам немножечко показать променад, который составляет 21 километр. Сейчас его полностью не видно, но я нахожусь на мостике возле Бара Стрит. То есть это замечательная улица, на которой расположено очень много развлекательных баров для туристов ночных в том числе. Вот. И вот такая замечательная красота в виде многочисленных яхт, пальмочек и так далее. То есть я вам сейчас покажу немножечко таких вот небольших коротких видео, в которых я буду идти гулять и показывать вот эту замечательную красоту. Я надеюсь, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо, что вы со мной. Всех люблю вас. Пока-пока.